Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халге, вы смотрите канал Hellplay. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что сегодня мы с вами начинаем прохождение Five Nights at Freddy's 4. Будем что, пугаться? Будем бояться? В общем, готовьтесь. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Бро, чай за ваше здоровье и нервы. И мы прошли первую ночь. Бля! Я ж, блядь, плечо вывихнул нахуй. Бля, это было дыхание! Дыхание! Это очень стрёмная игра, бля, пиздец, нахуй. Меня аж зубы сводит, бля, я вам отвечаю, чуваки, абсолютно серьезно. У меня аж сводит зубы. Может быть, звук сделать потише, но это просто жесть. Окей, мы с вами выжили вторую ночь, друзья. Так. А? Нет. Сука. Да! Кто здесь босс? Я здесь босс, да! Простите, ребят, я очень сильно обрадовался. Мы сделали это! Да! Дадим аниматроникам по жопе! Кстати, он такой смотрит, а я пошутил. Я в порядке. Охереть! Я обосрался! Боже мой! Как обдристался! У меня такое очко, вы бы знали. Вот такенное! У них такое дыхание! У них даже не дыхание, хрен. Хрен пойми что, кто-то вошел, да? Сука, Фокси. Я матери, я вас понимаю. За каждым надо уследить, там, кто хулиганит, еще же. То же самое, симулятор материнства. Правда, дети так не дышат. Если ребенок так дышит, то, скорее всего, он скоро умрет. Фокси очень странный. Я к тому, что он вроде бы ждет реакции на свою шутку, но никто его шутки не слышит. Знаете, такое часто бывает. Пошутил круто, а никто не услышал. И обидка. И печалька нахлынула такая. Ну блин, шутка-то крутая была. Ой-ой-ой, жопа. Да. Мразь, паскуда! Почему не ушел? Я дверь закрыл! Закрыл дверь! Он не ушел! Разрази меня башмаком, это же просто пипец! Ушла курочка! Вот, если бы, кстати говоря, я был афроамериканцем, она бы боялась сюда приходить. Ха, российские шутки! Не-не-не, ребят! Не-не-не! Не-не-не, Дэвид Блейн! Не-не-не! Мужики, тёлки приехали! Не, уйди, Фокси, уйди. Не нравится? Закрывай быстрее дверь! Дверь закрой! Дверь не сделал, блядь! Это было близко, черт тебя дери! Фокси, уйди, нет здесь баб! Здесь есть кто? Да! Йо-йо! О, да! Изи пизель! Все идут на вечеринку! Ох, подожди! Конечно же ты идешь! Это твое день рождения! Ха-ха-ха-ха-ха! Шутник, твою мать, просто! Очень смешно! А! Блин! Я же не было там! Уёб твою мать! Я ненавижу эту игру! Веселье с плюш-трэпом! Ха-ха-ха-ха-ха! Во! А, боже, Сергей! Ты все больше напоминаешь Лю Кенга из Mortal Kombat 9. А здесь очень много страшных всяких вещей.
которые тебя напрягают. Я прям внутри весь скукоженный, как чернослив сушеный. Как куриная задница, знаете, такая. Да ладно, слышите, Фокси охренел. Прикиньте, Фокси пришел. Я даже немного это, знаете, про себя испугался. Когда приходит этот пушистый выблюдок, сразу начинаешь тратить время на него. Очень все напряжно, друзья, и очко играет прямо на балалайке. Прямо струны рвет. Главное не давать медвежатам слишком там резвиться на моей кровати. Места в шкафу больше нет, ребят. У меня уже все отобрали, шкаф, кровать. Уже просто места нет, я не полежать не могу, ни в шкафу запереться, порнуху почитать от родителей. Сука пришла пернатая, яйца откладывать. О, боже мой, друзья, мы прошли четвертую ночь. И есть второй канал на YouTube, где выкладываются их записи. Но... Бля! А с вами был Сергей Халье. Что это, блядь, было? Я разлил весь чай. О, господи. Я весь чай на пол разлил. И, ой, я обосрался. Все в говне было, ужас. Короче, Вы видели? Вы видели? Налево, направо, налево. Нет никого, никого. Налево. Чё за выблюдок-то? Он так быстро перешел! Опять налево! Что? Хули ржешь? Хули ржешь, говорю! Хули ржешь! Блок! Чё это за хрен вообще? Чё это за хрен вообще? Блядь! Что он за гнида? Откуда он вылез, мать твою? Направо, направо! И он быстрый, как понос резкий. Налево, направо, направо, налево. Черт потерял, он может появляться на кровати? Направо. Да! Чё за спринтер херов? Да как затрахал? Налево, бля, я его не слышу. А! Он может быть в шкафу! Налево! Значит, на кровати! И на кровати может быть! Точно! Направо, направо, налево! Харе бегать, козлина! Направо! Налево! Какой спортивный! Медведь! Направо! Налево! Направо! Налево! Направо! Налево! Как он заебал! Как гнида, бля! Направо! Да! Я чай разлил! Из-за тебя, гнида! Эй, ребята! Мне кажется, этот маленький парень сказал, что он хочет поцеловать Фредбера! На счет три, раз, два. Они убили его? Охренеть. Очень крутой сюжет здесь, конечно, вложили в четвертую часть. А, друзья, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки за мою пролитую кружку. Вот, подписывайтесь на канал, также добавляйтесь в друзьяшки ВКонтакте, в группе в Стиме есть группа ВКонтакте, вступайте, то добавляйтесь. Есть также канал Twitch, там проходят прямые трансляции, есть второй канал на YouTube, где выкладываются их записи. И напишите, пожалуйста, хотите ли вы увидеть прохождение шестой ночи? Хотите ли вы увидеть шестую ночь? Пятую мы с вами одолели, она была стрёмная и достаточно сложная. Всем счастья, удачи и здоровья. Пока и всего отличного.